Приветствую вас всех на моем канале «Петельки из Амстердама». Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня хочу вам показать еще один красивый узор. Посмотрите, как он красиво смотрится. Такой вот ажурный. Его можно использовать как на летних изделиях, так и на просто свитерах, на детских изделиях. И он довольно легкий в исполнении и вяжется очень легко. Значит, количество петель должно быть кратно 3 и всего 4 ряда по наверх раппорт узора, да? Значит, вот я набрала себе на спицы сейчас 15 петель плюс 2 кромочные. Значит, первый ряд мы вяжем кромочные, в самом первом ряду я кромочную провязываю, и дальше мы вяжем, значит, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых и кромочная. Второй ряд и все четные ряды вяжутся так, как петли смотрятся. Значит, здесь у меня получается наоборот: 2 изнаночных лицевая, 2 изнаночных лицевая, и так до конца ряда. Так, третий ряд. Так, третий ряд мы вяжем. Так, продолжаем. 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая и кромочная. Так, третий ряд, четвертый ряд вяжем так, как смотрятся петли изнаночная, и накид мы провязываем тоже изнаночная. Лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная, 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 лицевая, и еще раз изнаночная, 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 лицевая. Ну, это четвертый ряд. Теперь пятый ряд. Здесь кромочная, потом изнаночная. И провязываем 3 лицевых, и вот первую из этих 3 лицевых вот мы через нее протягиваем 2 остальных. Опять изнаночная, там 3 лицевых, и через первую из этих лицевых протягиваем 2 других. Опять изнаночная, 3 лицевых. Изнаночная, 3 лицевых, 3 лицевых, 5 протягиваем, изнаночная, 3 лицевых, через первую протягиваем 2 других и кромочная. И
нечетный ряд, то есть четный ряд, так как мы смотрится у нас петельки. Значит, у нас раз, две изнаночных лицевая, две изнаночных лицевая, две изнаночных лицевая, две изнаночных лицевая, две изнаночных лицевая. И в следующем ряду, вот мы уже, видите, у нас уже получается кое-что. В следующем ряду мы опять провязываем, значит, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, и лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Вот. И следующий ряд, это опять у нас получается четный ряд, мы провязываем все, как у нас на петельке, как на нас смотрится, и накид провязываем тоже изнаночной. Значит, у нас получается лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая и кромочная. И следующий ряд, так же как мы провязывали третий, да, тут, значит, изнаночная. Теперь мы провязываем 3 лицевых и протягиваем через первую 2 других. Опять изнаночная, 3 лицевых и через первую, видите, через первую протягиваю 2 остальных. Изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, и через первую протягиваем 2 других. Изнаночная, лицевая, 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 и через первую протягиваем 2 остальных. 5 изнаночная, лицевая, 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 и через первую протягиваем 2 остальных и кромочная. Вот это я связала уже 2 раппорта. Следующий 5 четный ряд, как смотрятся петли. И так продолжаем повторять с первого ряда. Посмотрите, довольно симпатичный узор, по-моему. Пожалуйста, пользуйтесь, если кому-то так же понравился, как и мне. Вот он смотрится на сереньком, вот так смотрится на розовом. Поэтому я очень рада, если кому-то этот узор подойдет. Вот все, что я хотела сегодня вам показать. До следующих встреч. С вами была Светлана. Пока-пока.